Хейо, гайс, с вами Шимки. И вы, наверное, думаете, а что это у меня за предмет с правой стороны появился? А это я без вас, оказывается, решил поиграть. Короче, я забыл паузу поставить, и да. Короче, здесь я нашел поушен. Он 250. Тут я нашел поушен, после чего я пошел вниз. Пробежал. А сверху там я нашел перчатку. Сейчас покажу ее. Ой, что-то сменил. Вот эту вот перчатку там нашел. Hard Glower. Ну, здесь проскочил. Увидел тут здоровяка, испугался, побежал вниз. Увидел здесь их и вспомнил, что, а, точно, тут же камень ни хера не заполучить. Так, сейчас убьем этого. Потом я увидел камень. И вот. Проход я узнал... Вообще случайно, когда чувак, я думал, чуваку нужно пробить проход, оказывается, когда он меня ударил, ну, я двойной прыжок сделал, он меня ударил, и я залетел туда. Статуя. Богиня смотрит на секрет. Вот. И здесь я нашел как раз клык Влада Дракула, кусок. В принципе, из этого куска он дает повышенную защиту. Ой, не защиту, урон. Потом я побежал обратно. А, да, они все-таки прыгают. И начала прыгать сюда слизь. Из слизи мне выпали шмотки. Там шляпа... Обычная шляпа, которую носят в Египтах, и там написано. Такие шапки модные в жарких местах. Сейчас я, в принципе, покажу. Вот она. Это большая шляпа в жарких странах, в жарких климатах. Все. Это было снято 7 минут, сейчас 4 минуты, и, в принципе, все. И запись, оказывается, была не запущена. Так, теперь вот здесь, смотрите, почему я тогда не пошел в эту сторону? Понятно, почему. Сами медузки, как я понял, вообще урона не наносят. О, это что-то... А, не, я подумал, что-то упало.
Наконец-то мы возвращаемся обратно. Исследовать то, что не исследовали. Почему-то Б. Стоп, я в... Это в Б я сейчас? Я думал, я в А. Стоп, что... То есть А это потосторонний? Что-то я не понимаю немножко. Странно. Ну, ладно. Так, направо мы не ходили, значит, идем направо. Оу. А я не ведьмы. А, тут сейф был. И проход направо. Странный камень, который закрывает мне проход. Пилюлька. О. Странная статуя. Почему я сразу вниз не пошел? Значит, тут что-то ценное. Или нет? Это чувство, когда теперь по тебе враги эти наносят. Юнорс Пойнтон. Итем. Юнорс Пойнтон. Так, это не здесь. Стоп, а что я подобрал? А вот он. Убирает все противные эффекты. И все, да? Ну, погнали вниз. Или стоит лучше... Думаю, стоит сначала сходить направо. О, там босс. Странно, что они меня вообще не дамажат. А, вот что они...
Ну, пойдемте на босса. Ага. Голем, надеюсь, ты готов умереть. Блин, я понимаю, что я сюда должен был раньше намного прийти, но... Ладно. Ой, тихо. Стоп, а сфера? Или она просто пополняет все мне? А ну-ка. Сейчас я хочу стату посмотреть. 268-155. А, она просто восстанавливает меня полностью. А можно нет? Я хочу вернуться. Стоп, я хочу вернуться. Я могу туда поехать. Ну, хотя, скорее всего, поднимусь, и слева вон там и спущусь. Да? Ну, окей, пусть. Ну, просто ворота арены. Кого-то здесь убили. А, это походу его кровь, да? Но здесь обычные свиски. Оу. Странное зеркало и желтый камень. Предметы. Чё, блять? Неужто это хуйня? Очередная хрень. Добавлять молнию к атаке, совершая с помощью кнута. Где моя молния, вот скажите? Я вообще эффектов не вижу. От оружия, которое я использую. Жалко чела. Ну ты крепись. О, стоп, там есть проход? Не, нету. М,
Кстати, туда можно попасть. Только осталось понять, как. Ну, пойдем вниз. О, десертные принадлежности. Десертные принадлежности. Так, ну все предметы, которые здесь есть, я собрал уже. Вот что это за циферки? Вот какие-то циферки. L13579. О, нет. Здорово. Кастельвания, Courts of the Moon, с ее головоломкими ящиками. Ну хотя бы здесь ящик сразу могу двигать. Так я в натуре не понял, что за комнаты с этими. Это уже вторая комната пустая. Ну, ставим на паузу и возвращаемся. Фиг знает куда. Ладно, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Я не знаю, почему здесь темный замок изображен, почему я именно здесь нахожусь. Хотя я нахожусь в А. В замке А, разве нет? Вот это для меня самое странное. Как мы ощутились тогда здесь? Телепорт, по сути, меня прислал туда, откуда, ну, где мы были. Поэтому для меня это очень странно. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.